150 за одну поездку. С 15 октября в междугородних автобусах Ангарск-Иркутск стоимость проезда выросла на 10 рублей. Это уже второе повышение цен на билеты в текущем году. Первый раз оно произошло в марте. Суммарно с начала года билеты подорожали на 20 рублей. Мои коллеги пообщались с ангарчанами и узнали их мнение на этот счет. Цены снова повысили на автобус. Вот как вообще отреагировали на эту новость? Я как студент. С каждым годом он еще поднимает и поднимает. Ну, печально, конечно. Что нам остается делать? Читаешь в интернете, вроде бы что-то кто-то пытается что-то сказать. Ну, будем надеяться. Конечно, неприятно, но что поделаешь? Цены же растут на все и на бензин. Что поделать? Ничего не сделаешь. Везде поднялись цены. Что поделать? Я считаю, это нормально. Не сильно много подняли на 10. Честно, не заметил. Я не так часто на автобусах просто езжу. Но на бензин цены, конечно, выросли. Ну, естественно, отрицательно. И вот из-за чего, как думаешь, это происходит? Да, вот не знаю даже. Не изучал этот вопрос. Ну, я даже не знаю. Честно, может быть, денег не хватает. Поднимают цены. Все, что я могу сказать.